Чтобы управлять страной, нужен интеллектуальный ресурс. Как думаешь, если Чечня отделится от России, то есть ли интеллектуальный ресурс, чтобы править страной? Этот вопрос, он оскорбителен. Неужели ты не понимаешь, что ты ставишь вопрос, а ты уверен, что вы не тупые? Примерно вот так вот звучит твой вопрос. Ты уверен, что у вас есть грамотные люди, которые могут управлять? А я тебе встречный вопрос задам. У тебя такое плохое мнение о нас вследствие чего? Ты считаешь, что вокруг нас народы могут, они умные, а мы тупые? Надо думать, прежде чем такие вопросы задавать. Бывший Гурон, не надо судить о нас по Кадырову. Если он тупой, не значит, что может быть еще кто-то, кто также туп. И вообще чеченцы к нему не причастны, за исключением некоторых, кто еще тупее, чем он. Как-то так.